Всем здравствуйте, это третья моя конкурсная работа для конкурса Golden Time. Картина называется «Чаепитие в раздумьях». Выполнена она на акварельной бумаге формата А3 гуашью в стиле нереализм. На картине изображена девушка, сидящая в комнате и пьющая чай. Платье и интерьер подсказывают нам, что действие происходит во Франции в 17-18 веке. Сзади девушки мы можем заметить, что вместо окна с небом и облаками изображено аквариум с карпами кои. В зеркале же вместо отражения комнаты отражается современный город с многоэтажками. Перед зрителем открывается вопрос, куда же смотрит девушка, в тайный мир морских глубин или неизведанное загадочное будущее. Всем спасибо за просмотр и за внимание. Хорошего дня!